В городской поликлинике номер 1 имени Кирова полным ходом идут ремонтные работы. Штукатурит и шпаклюет новую регистратуру для того, чтобы гражданам Ленинского района было комфортно получать медицинские услуги. На сегодняшний день в главном здании поликлиники по улице Гагарина выполнены демонтажные работы, забетонирована стяжка полов, идет подготовка к монтажу электропроводки, малярные работы и облицовка стен. Здесь мы реализуем мероприятие проекта «Открытая регистратура». Сам ремонт проводится с июля месяца, у нас заключен соответствующий контракт. Были выделены определенные финансовые средства в размере 6 миллионов. Открытая регистратура будет создана по типу ресепшена, который предусматривает принципы бережливого производства. Такой формат позволит разгрузить медицинских работников, а также минимизирует скученность людей. Была раньше у нас закрытая регистратура, сидели за стеклом, где-то слышат, где-то не слышат, душно, не душно. То есть теперь более все равно комфортная атмосфера будет для работы. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции система открытой регистратуры однозначно будет придерживаться правил дистанцирования. Качественное оказание медицинской помощи в Ульяновской области является стратегической задачей нацпроекта здравоохранения. В рамках проекта развивается сегмент системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Антон Никонов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.